Мы подготовили лужи для винтов для острого синтеза. Теперь мы приступаем к фиксации мембраны винтами для острого синтеза. После того, как мы зафиксировали винт с одной поверхности, мы вносим под мембрану остеозамещающий материал, логеновое происхождение, губчатую крошку, ранее уже замешанную на растворе крови с физиологическим раствором. В достаточном количестве в соответствии с дефектом. И устанавливаем второй винт для острого синтеза, фиксирующий вестибулярно барьерную мембрану из твердой мозговой оболочки. Фиксируем второй винт для острого синтеза вестибулярно, барьерную мембрану. Жесткая фиксация барьерной мембраны в такой клинической ситуации позволяет стабилизировать костный трансплантат без единого риска для его перемещения. Плотно зафиксированная мембрана, язычно или орально, она зафиксирована двумя швами на вожжах для туннелирования. Вестибулярно зафиксирована двумя винтами для острого синтеза. Внесен остеозамещающий материал логенового происхождения фирмы Леопласт. И сейчас мы будем герметично ушивать раму.